Новое шоу Филиппа Киркорова «Я» собрало в Ледовом дворце Чебоксары-арена 7 тысяч зрителей из Чувашии и соседних регионов. Вместе с семьей концерт посетил и глава республики. Он подарил певцу чувашскую рубашку с национальным орнаментом и вышитым на ней портретом Киркорова. Филипп Бедросович ее тут же примерил. Постановка шоу оказалась и в самом деле уникальной. Руководил ею знаменитый режиссер «Цирка де Солей» Франко Драгоне, а программа на 70% состояла из новых песен. Чебоксары стали первым в Поволжье городом, где народный артист России выступил с программой, премьера которой состоялась весной в Кремле. Билеты на самые хорошие места были распроданы за несколько недель до шоу. Посмотреть на выступление Филиппа Киркорова приехали поклонники не только из Чувашии, но также из соседних регионов и даже Москвы. Одни зрители на концерт Киркорова пришли впервые, другие не пропускают ни одного выступления. Я с детства наблюдаю за его творчеством. Я пару раз была на концертах. Он приезжал сюда неоднократно. Мне очень нравится его шоу. Они яркие, красочные, красивые. На них просто ты отдыхаешь, позитивом наполняешься. Я тоже слежу за Филиппом Киркоровым с раннего детства. И я как бы на его концерте первым раз. У меня ощущение... позитива наполняются. Хочется поскорее, чтобы это шоу началось. Почти весь Ледовый дворец постепенно заполнился людьми. Зрители боялись опоздать, потому что была некая интрига, как Филипп Киркоров появится на сцене. Земля, дай мне знать, где мне искать свою любовь. Живой звук, трансформирующиеся лифты, 3D-экраны, фонтан на сцене. Этим ярким зрелищем посетители концерта наслаждались 2,5 часа без перерыва. Задний фон постоянно менялся в зависимости от настроения песни. Раскрыть смысл каждой композиции помогло выступление танцоров. И это были не просто синхронные движения, а зрелище, которое приковывает к себе внимание и завораживает. Всю массовку отбирали личный режиссер цирка «Дю Солей» Франко Драгоне и хореограф Тони Теста, известный постановками шоу для Дженнифер Лопес, Кайли Миноук и Бритни Спирс. А за световое оформление отвечал Адам Лорти, ставивший свет для мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Шоу «Я» должно раскрыть душу Филиппа Киркорова, его мысли и внутренний мир, решили те, кто занимался этой постановкой. К сожалению, согласно райдеру артиста, нашей творческой группе разрешили снять только 3 песни. Поэтому показать самые зрелищные моменты шоу мы не можем. Но зрителей эта новая программа привела в восторг. Не ожидала такого постановки шоу, в принципе, именно человеческого фактора. Танцоры просто шикарные, конечно. Ну, Филипп сам, он это, король. Да. Вот этот непонятный 3D-эффект, просто вот как будто в сказке побывал. Очень красивые костюмы. Чувствуется, что певец выкладывается, вот просто от души поет. Если концерт не хороший, но лично мое мнение, что прошлые концерты были более добрыми песнями. Сегодня было слишком много новых песен, которые наверняка люди маленько не воспринимали. Пошла дарить букет, не успела, мне помог охранник, сказал побыстрее побежать, догнала его, увидела. С очень близкого расстояния, он огроменный, в смысле талант. Организаторы концерта считают, что чебоксарцам повезло. Даже жители крупных городов, таких как Казань и Нижний Новгород, увидят это новое шоу не раньше осени. Татьяна Шинжаева, Михаил Солин, Вести, Чебоксары.